Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы подробно узнаете о некоторых полезных аспектах функционала платформы MetaTrader 4. Для начала разберем функционал окна «Навигатор». В нем отображаются ваши торговые счета и демо-счета, к которым вы ранее подключались. Чтобы переключиться с одного счета на другой, необходимо просто дважды щелкнуть на нужном счете левой кнопкой мыши. Также в окне «Навигатор» отображаются установленные советники, индикаторы и скрипты. Это позволит вам быстро добавить на график тот вспомогательный инструмент, который подходит для вашей торговой стратегии. Теперь перейдем к панели инструментов, которая обычно находится в верхней части экрана. Разберем несколько доступных функций. Создание нового графика позволяет вам быстро открыть график нужного инструмента в новом окне. Функция «Обзор рынка» открывает окно «Обзор рынка», где указаны цены «Bid» и «Ask» по каждому доступному инструменту, а также могут быть указаны спреды. Функция терминала открывает окно терминала, в котором доступны следующие возможности. Отслеживание текущего баланса, свободных средств, свободной маржи и уровня маржи. Во вкладке «История счета» вы можете посмотреть всю историю своих сделок на каком-либо торговом счете. Функция «Новый ордер» открывает окно для создания нового ордера. Также вы можете выбрать один из трех типов отображения графика – линия, бары и японские свечи. Следующие две функции позволяют приблизить или отдалить график. Также вы можете расположить все открытые графики рядом друг с другом, нажав на данную кнопку. Также вы можете переключаться между различными таймфреймами. А еще вы можете использовать инструменты рисования линий, чтобы обозначать важные уровни или тренды на самом графике. Также вы можете добавить текстовую заметку, чтобы не забыть важную информацию. Переключаться между открытыми графиками вы можете в нижней части экрана. Также вы можете перенести любой инструмент из окна «Обзор рынка» в открытое окно с графиком, и вы сразу увидите график этого инструмента. Ну и напоследок расскажем вам об одной важной функции – уведомления. Вы можете установить уведомления на определенном ценовом уровне, и когда цена достигнет этого уровня, вы услышите характерный звук. Эта функция особенно полезна, если вы торгуете на нескольких инструментах. Также отметим, что в терминале MetaTrader 5 функционал достаточно схож. Отлично! Теперь вы знаете о некоторых полезных аспектах функционала платформы MetaTrader 4. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня!